оцените. А что такое планка? Сколько было, 50 или 60? А вот... Доставь уже, давай! Я, блин, устала, наверное, больше вас. А что, можно я сразу уйду в них? Пожалуйста, только не на руки, только не на руки, только не на руки. Умоляю, умоляю, умоляю. Чем труднее путь к цели, тем слаще вкус победы. Поэтому сегодня наших участников, видимо, ждет настоящее кондитерское чудо. Ведь постараться им надо будет даже не за двоих, а за троих. Ну что, готовы? Мы начинаем! Вставай тогда, когда другие не могут. Ты всегда добиваешься того, во что веришь. Стремись выше, и ты будешь недостижим. Всем привет! Привет, спортсмены! Привет! Привет! Ребята, вижу перед собой людей, которые уверены в своих силах и, похоже, ну, явно, совершенно не понимает, что их сегодня ждет. Так ведь? Так ведь. Что там? Карты на стол, свои под стол. Друзья, пока вы не пришли в себя, давайте расскажу о правилах. У нас есть два зачета – личный и командный. Чтобы победить в первом, вам нужно выполнить больше вирусных фитнес-челленджей, чем соперник. Своих 4. Ну а дальше для последнего задания вам придется объединиться, стать командой, да, несгибаемой, и выполнить одно единственное задание. Если справитесь, получите подарки от спонсора нашей программы, компании «Ямагучи». Интересно? Да. Работаем вместе! И вперед! Ну что, спортсмены, готовы смотреть первый челлендж? Что вам нужно повторить? Да. Вы вообще представляете, что вам нужно будет сделать? Насколько это ужасно будет? Ужасно просто? Ужасно просто, да. Давайте смотреть. Ой-ой-ой. Надо будет встать на мячик, на фитболе устоять и не упасть. А, Артур уже, смотрю, пошел в бой. Смотри, вы черлидеры, у вас это в крови. Стоять ровно. Ну я же база. Партнершу не уронить. Ну я база, был бы флаер вместо меня. Ну ты база, меня, исполни базу. Бы вот давай, так. Давай, ты первый, пойти пробуй. О, что за зверь, что за злоба здесь уже. Ну на видео были китайцы. Что бы ты ни делал, найдется азиат, который делает это лучше. Натянуть глаза, и он будет китайцем, он устоит. Хорошая тактика вообще. Так, оп, держался. Ну, почти. Но он победил. Главное, не лицом вперед падать. Вот это самое основное в этом челлендже. Ну, зато будет веселее. А? Веселее будет всем. А у нас дальше еще челлендж. Если бы это был последний, я, конечно, не против. Злой Мишка. Давай! У нас была своя тактика. Стоишь! Ну ты даже не падаешь, ну ты какой-то скучный на самом деле. Мне кажется, что нужно иногда ведущим показывать, как же нам надо это сделать. Да, ведущий, да, может, ведущий покажет. Телефон с видео, где это все показано. А мы не помним, у нас Альцгеймер. Мимет, попробуешь ты? Рискнем? Давай. Так. Это уже похоже, на самом деле, на правду. Ой! Оп! Нормально, живой. Я слышала этот глухой звук удара позвонков. Это под мозги правильно спасло. У тебя кроссовок плоский, а нога будет... Маша, держись! Маша, держись! Потому что он на тебя сейчас упадет, а я одна его держу! Никого это не смущает, да? Не, вырастай! Вот и мучайся, а меня не держала. Мимет, вырасти! Мимет, вырастай! Мимет, пожалуйста! А Мимет уже взрослый мальчик, он может сам это сделать. Мой рост уже остановился. Ну ты почти встал! Почти, да. Что не так? Пробуешь дальше? Нет, останавливаемся. Ты сдаешься? Да. Ну ладно, давайте мы девушке все-таки поможем. Давай. Но я не моя. Да, но потом мы ее отпустим. Ну конечно, мы ее отпустим, чтобы она сама простояла. Я секундочку простояла. Ну вы что, не скажете? Зрители, оцените. А может мяч держать? Давай. Меня держите, кстати. Ладно, раз. Нет, я придумала. У меня новая тактика. Какая? Так, вот дай мне ручку, как он делает.
конечно, давай, я сейчас подержу тебя, да? Стой! Было? Нет. У меня действительно страх. Я вот боюсь как-то, у меня такое переживание за свое здоровье. Ребята смелые вообще, смотрю, им все равно. Они прыгают, падают и встают. А мне кажется, что я больше не встану просто после прыжка какого-то. Они просто не снимали кроссовки, поэтому у них ничего не получается. А у тебя тоже не сильно получилось. Я хотя бы оседлал его. Нет, я считаю, что у меня получилось лучше всех. И тебе руку помощи. А никому не интересно мнение. Я хочу, чтобы кто-то победил. Да стой ты, стой ты. О! Победитель у нас есть. Секунда была. Следующий наш челлендж. Только я вам буду блины грузить. О, я хочу. Планки. Это круто. Планки надо стоять. Я буду первая. Ты первая пойдешь, ты уверена? Или последняя? Только прям в планке, Машунь, понимаешь? А вот так вот, типа? Ну, как хочешь, главное, в планке ровно. Не, на вытянутых руках. Александра, а что такое планка? А может, просто так полежим? Да. Зачем нам что дальше делать? Дальше не понимаю. Что? Мы начинаем челлендж. Начинайте. И... Прокомментируйте. Пять. Давайте, покомментируйте. Пока легенько. 10. Легенько? Легенько. Сейчас будет нормально. 15. Дальше жестче, дальше десятки. Сколько было, 50 или 60? А вот доставь уже, давай. Сколько это там, 60 или 70 уже? Стой, стой. Десятки пошли. Ну вот, собственно, наша конструкция. Стоишь? Наши ведущие немножко зрение косится, все же она наложила. Стой! Ребята, снять их надо, понимаешь? Зачем? Ответ простой. Мой вид спорта как раз-таки расположен к тому, то, что база, то есть я, держит очень большие веса на плечах, на руках. То есть у нас есть поддержки, когда на мне стоит девочка и на ней еще девочка. Общий вес может быть в районе 100-120 килограмм. Ты пойдешь? Конечно, только начинаем с десяток. А, подожди, а сколько здесь? Нам да какая разница, себя поставь. Ты готова? Да, давно уже. Давай, поехали. Раз, ой, а ты на попу не клади. Будем снимать. 10. Это потрясающее. А мне так упадет лицо. Оно. Там ямка. 15. Да ты так не... Миша, не влияй, блин. Маш, как ты слышишь? На камеру, на камеру. Давай, давай. 25. На камеру работаем. Давай, Маш. О, сейчас будет 35. Все, стоп, я детей рожаю. Стой, стой, стой. 45. Стоишь? Все, стой. Маша у нас сдалась на 45. Маша, ну ты как так? Ну я вижу практически. Я на солнышке лежу, да? Привет. С десяточек начать? Да, да. Нет, давай. Саша, а у тебя кроссфит, да, сегодня? Вместе с нами, да? Я, блин, устала, наверное, больше вас. Я уже не успеваю считать, я сильно нервничаю. Я помогу. Все, нет! Маша, все, вы не знаете, что вы сделали. А что? Никто ничего не видел. А у меня еще соперники сегодня будут, нет? Заметили ли вы смену моего имиджа? Нет. Да, 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 классно. Стильно, да, модно. Да, круто. Сейчас, ребята, вы их примерите на себя, но не самым обычным способом. Мы будем у них запрыгивать. В прыжки. Готовы? Нет. Раз, два, три. Есть. Нет. Нет, почему? Не четко запрыгнул. Надо еще раз. Надо. Так она не держит. Машуль, держи, пожалуйста. А? Маш, держи крепко. Так я уже там. Да. Все, засчитано? Да, нормальненько. Красавчик. Вообще, да, а что, можно я сразу уйду в них? Здесь зависело все больше от прыжка, а не от твоих как бы физических данных. Вот прыжок, если у тебя есть, то ну ты запрыгнешь спокойно. Пока там девочки держат, я вот себя красиво поснимаю, а девочки пускай помучаются чуть-чуть. Да действительно, я, блин, мокрая, потная уже. Вот так. А вот ты, может быть, не будешь? А вот что дают, то и бери. Прыгай. Да, дают. Бери. Пожалуйста, только не на руки, только не на руки, только не на руки. Умоляю, умоляю, умоляю. Он прыгнул уже. Хорош. С первого раза. Красавчик. Это я понимаю, красавчик. Человек. А что ты ей? Она у меня боялась. Вопрос. У меня вопрос. А смысл мне сейчас прыгать вообще? Мой вид спорта предлагает с собой выпрыгивание, поэтому для меня это свойственно. Было не очень просто выполнить упражнение. И не страшно ни разу. А как может быть страшно? Я же мужчина. Давай, давай. А я уже реально не вывожу.
Женщина, только трусишка. Только смелости на ринге, а перед какими-то шортами ты боишься. Да я упаду и разобью себе все лицо, блин. Ты боксом занимаешься? Разбить лицо? Все. Все, я могу готова. Это делать. Да? Давай, на старт. Настроилась. Внимание. Выдохла. И... Выдох. И... Прыжок. Я понимаю, что не Александра, лучше не злить, потому что будет фаталити. Правильно, Александра? Правильно. 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 Я вся мокрая. Иначе следующий челлендж будет вообще невыполнимый у нас, если мы Сашу сейчас разозли. Все, раз, два, три. Опа! Не выпало. Молодец. Ты сдаешься. Ты... Я сдаюсь, отказываюсь. Следующий наш челлендж, наверное, один из самых сложных за сегодня, но я уверена, что все, кроме Маши, справятся сегодня. Так как Маша у нас любитель отказываться, да, от них? Не расстраивайся. Смотрим. Ё-моё. Ё-моё, да. Реакция, ребята. Я смогу это сделать. Ого. Ого. Ого, все это слышали? А вот и иди тогда первая пробовать, да? Ты поняла, в чем суть? Надо балансировать. Тебе не надо, это нам надо. Вы побалансируете. Молодец какая. Давай, укладывайся. Да я уже так стесняюсь, что я шок. Давай, тебе нужно хотя бы разочек отжаться. Они больше весят, чем эти... Давай, отжаться. Отжаться? Отжаться. Не, ну вы одну. Ну? Ну, на видео отжимались. Пип, пип, пип. Всей съемочной группы для вас специально. Раз, два, и три. Стою. Я так полагаю, понятно, кто у нас будет наказание исполнять. Передавай, пожалуйста. Нет, ну покажи мастер-класс. Стой. Я не обещаю, конечно. Ну попробуй, ну должно получиться. Да нет, у него все получится. У тебя все получится. Вот, он стратегию. Раз. Стратегия у него есть. Так. Ага, нечестно! Ты любитель падать, я правильно понимаю? Ну, а что нечестно? Ну, это что-то такое у меня. Ага. Да у меня настроение что-нибудь такое. Нет, надо, он укотится, да. Маша нытик, да, я думаю, что так будет. Нет, просто смотрите. А что сложно? А, смотри, сделай конусом, понял? Спорт – это командная игра. Любой вид спорта. Я же подумала. Раз, стой! Ну, почти. Либо защит его один, либо есть попытка у тебя отжаться больше. В смысле? Здесь на количество еще? Шанс. А вы еще думали? В смысле? Он там на видео один раз отжался. Он не отжался. Это я вам так показала. Он отжался гораздо больше. Так. Не, давай. Давай. Раз ниже. Нет. Два. Два. Ну, два тоже результат. Это уже реально. Это уже много что доказывает. Тут большая сила важна. И ловкость, и умение правильно поставить блины. Как бы. Все, воедино сложилось, получилось, все прекрасно. Мария, чувствуете ли вы себя ничтожеством? Я девочка. Я девочка. А что смешного вон? Мария у нас вообще-то чемпион мира по боксу. Я бы не советовал вам с ней шутить. И мира, и олимпиады, и игр. Продвигай немножко быстрее. Артур, смешно, он тут один делает, да, все упражнения, молодец. Он единственный, кто сегодня на меня... Ну ладно. Вот они вдвоем... День девочек подкидывать, это как бы блины. Как же зовут-то хоть? Смотри, это Анечка, это Викочка. Только не подкидывай, просто дожмись. А у нас здесь... А ты там, да, привык развлекаться? Ну, он же этот, чирлидер у нас. Девочка меня работает. Я тебя держу. Давай, раз. Делай раз. Ниже. Ой! Ты же будешь... Не, все, я на раз останавливаюсь, потому что... Это очень сложно для меня. Очень непростые челленджи, и лучше всех с ними справился Артур! Ура! Я тебя поздравляю! Эта медаль заслужена твоя. Красиво тебе идет. Второе место, Мимет. Я тебе жму руку. Ты молодец. Молодец, ну, красавчик. Баллов, Мари, не расстраивайся, моя хорошая. Я не знала, как я переживу это. Ты умница. Спасибо, ладно, я знаю. Ребята, по нашим правилам, люди, которые заняли первое, второе место, загадывают желание, наказание нашему проигравшему. Я даю вам время посовещаться и решить, что же будет делать у нас Мария. Хорошо. Да, вперед. Да. Шушукайтесь пока, шушукайтесь. Сделайте балет. Балет потанцует. Да. Решили? Да. Что вы хотите, чтобы Мария сделала? Станцевать балет.
Балет? Да, это мое любимое занятие. Мария, прошу тебя вперед и продемонстрируй нам этот замечательный танец. Внимание. А уже пишем? Вы все такие разные, и это классно. Но сейчас нужно показать не чем вы отличаетесь, а что вас объединяет. Ведь впереди командный челлендж. Если справитесь, получите подарки от спонсора нашей программы. Ребята, готовы? Круто. Да. Вы вместе скоммуницируете? Очень сильно. Плакаться не будете? Никто. Нет. Не будем? Никто. Тогда смотрите наш командный челлендж. Ну, нет, самый легкий. Ну, этих азиатов я знаю. Вот так вот встать и отжаться. Изи. Я так. Кто встает? Стратегия. Ты самый маленький. Ну, по росту и по весу, судя по всему. Давайте, пробуйте. Кто у нас база? Раз, два. А куда ноги-то тебе мои? Так, а там по ногам как они? Не знаю. Как-то зацепитесь. Так, смотри. Ну, вставай в планку. А уже? Ну, конечно. А куда ножки-то? А, и ты вот сюда, вот дырочку. Так. Ой! Ты сиди. Вот так, правильно. Поближе, да, вам нужно ближе друг к другу. Я очень удивлена, что Маша согласилась отжиматься. Ножками осторожнее! Маш, давай. Я первая? Маша. А я не понимаю. Так, моя нога как? Так, одна нога. Не там немножечко. Не туда нога Артура, господи, как вы здесь много. Вот я не что контролирую не ее. Давай все вторую. Правильно. Вторая нога. Подожди, ты пускай все ноги поставят. Ближе друг к другу, так. Стоп. Так, все. Мимет. Мега быстро, только аккуратно, чтобы они не сломались. Да. Поясницы всем еще нужны. У Маши руки красные. Так. Давай, Маш, раз. Ну, два. Вперед. Давай. Ну, уже они работают быстрее. Это на самом деле радует. Угу. Закидывай в ногу. Мне кажется, ты неправильно пошел. Да ладно, давай. Постоять тебе хватит. Давай быстрее только. И красиво встала. Все? Все! Работать в команде действительно сложно. И пусть с усилиями, но вы справились с нашим заданием и получаете подарки от спонсора нашей программы, компании Ямагучи! Круто! Я вас поздравляю! Вы заслужили эти награды и надеюсь, что воспользуетесь ими с толком. Ребята, да. Браво! Все вместе! Для того, чтобы победить сильного соперника, сначала нужно одолеть самого себя. Сегодня мы показали тебе, как это сделать с улыбками, шутками и прибаутками. Так что бери на вооружение и приступай прямо сейчас. Пока-пока. Это не девочек подкидывать, это как бы блины. Головой думает, а не GoPro. А не тем, что в руке длинное, да? Да, мы закончили это упражнение.